Участниками театрализованного представления стали сотрудники детского сада и его юные воспитанники. Актеры инсценировали сказку «Кошкин дом». От крыльца до самой крыши, кто ж на помощь поспешит? Помогите, помогите, дом спасите мой, спасите! А вот и главная героиня – кошка. Все справились со своими ролями на отлично. Специалисты считают, что на примере подобных сказок у детей развивается осмотрительность, осторожность, логическое мышление и отзывчивость. По мнению заведующей детским садом, противопожарная пропаганда среди детей дошкольного возраста занимает одно из важных мест в учебно-воспитательном процессе. Ведь всем известно, что пожарная безопасность, вот как обучать детям? Тема очень важная. Обязательно для изучения, начиная с самых, наверняка, малых лет. И, конечно, в детском саду, как это можно? Только в игровой форме. Поэтому активное участие принимают взрослые, беседы, рассказы, сказки, инсценировки. Также дети приняли участие в конкурсе, в котором нужно было выбрать безопасные предметы и предметы, требующие осторожного обращения. Так, общими усилиями в детском саду появились два важных информационных плаката. Подходите и приклеивайте вокруг круга. Евгений Белебезев рассказал детям о том, как важно соблюдать правила пожарной безопасности и что в случае возгорания необходимо немедленно позвонить по телефонам горячей линии 101, 01 или 112. Уже на улице сотрудник МЧС показал ребятам способы тушения пожара. Подходите, вызывайте пожар. Тушили, да? Самый быстрый, наверное, способ. Профилактика детской шалости с огнем, воспитание культуры безопасного поведения детей является приоритетным направлением работы повседневной как сотрудников Главного управления МЧС России по Московской области, так и территориального отдела надзорной деятельности. Ну и куда же без увлекательных эстафет? Ребята разделились на команды. Сначала они должны были добежать до телефона и сообщить о пожаре, а затем спасти своих друзей. За упорную борьбу каждая команда получила в подарок конструктор. Одним из самых долгожданных моментов праздника стало прибытие настоящей пожарной машины. Воспитанники детского сада номер 79 узнали много интересного. Для чего пожарные носят специальный костюм, с помощью чего они дышат на задымленных участках? Какими средствами пользуются при тушении пожара, а также чем укомплектована пожарная машина? Мила Тарасевич, Денис Харламов, телекомпания «Одинцова».